Время пострелять и сделать это эффектно наконец-то настало у Нилетто. Когда Даня за считанные дни продал билеты на первый сольник, тут же решено было на следующий день делать второй. В вип-ложи родители, друзья и коллеги. Еще бы, Нилетто обещал себя в костюме на особый повод. И вот он. Правда, кого-то все же не хватало. Зато была Юля Зиверт, дуэт с которой взрывал чарты, и Ваня Дмитриенко. Фита с Нилетто у него пока нет, а вот ответственности уже много. Мы с ним на одном лейбле, это вообще шикарно. Вот позвал меня выступить на разогревчике, я вообще с удовольствием согласился. Думаю, концерт будет очень крутой. Несмотря на крутую программу, стильные образы и яркое шоу, Нилетто оказался не сторонником долгих репетиций. Всегда все делает с душой и почти на полной импровизации. Хочет прыгать с голым торсом, хочет нет. Для нескольких тысяч человек все, что делал Нилетто, было хорошо. Особенно, когда с голым торсом. Вот решили сделать такой камерный концерт, прогнать все свои наработки, которые мы придумали заранее к концерту, новые экраны, какие-то элементы шоу, еще что-то. Вот. То есть это такая очень сильная, можно сказать, хорошая репетиция, эти два концерта. Но и в целом хочется уже на сольнике побывать в Москве. Если о творчестве Нилетто готов говорить безостановочно и разделять его с каждым, то к вопросам о личном подходит все еще с осторожностью. Если всем трезонить и говорить о своем счастье, смотрите, вот у меня здесь любовь, а у меня вот это все может очень быстро пропасть. Это нужно ценить скромно, тихо, в тайне. Когда-нибудь все тайное станет явным, а пока два солдаута и море эмоций, которые Даня обещает переварить в ближайшее время и рассказать поклонникам.